сами живем в удивительной стране. В народе ее прозвали иронично горько, страна лимония. Глянешь вокруг, глазам не веришь. Наденешь очки, очкам не веришь. Зажмуришься, снова глаза откроешь, а очков уже нет. Лимония не страна, а сказка. Можем коммунизм построить за 20 лет. Что там, 20 лет и коммунизм? Делов-то куча, да? Капитализм? Фу, за 500 дней. Развализм за год. Ахмуризм за ночь. Развалили союз, и теперь у всех друг к другу претензии. Вон прибалты до сих пор нам кричат. Требуем нам вернуть все, что было до 40-го года. Конечно, мы можем им вернуть практически все. Но где же мы тогда возьмем живого Гитлера? Я другой такой страны не знаю. Ну что там Япония? Господи, подумаешь, Япония. Вы знаете, от кого произошли все японцы? От нас с вами. Да, потому что их япона-мать живет у нас. Все в Лимонии построено на абсурде. Решили провести шоссе от Клюквина до Редькина. Почему-то с немцами подписали договор на 1 миллион, даже не дойчмарок, а долларов. Немцы договорились с румынами за 1000, румыны подрядили цыган за 500, цыгане договорились с нашими мужиками за ящик водки. Наши мужики за одну ночь провели это шоссе и при этом сэкономили весь асфальт, который продали садовому товариществу. Все довольны, все при деле, а дела-то самого и нет. Стыдно сказать, в Лимонии дети стали роскошью. Вместо них многие заводят собак. Из-за каждой двери только и слышишь: «Тобик, фас, жучка, ап! Василий Васильевич, фу от меня!» А наши газеты, их не то что читать, на них сидеть опасно. Да, я как-то подсидел газетку, сел на криминальную хронику. У меня такие прострелы начались. Слушайте, слушайте, давайте все-таки это, продадим Японии Курильские острова. А зачем? А на эти деньги выкупим у Украины весь Черноморский флот. А зачем? А чтобы отвоевать у Японии Курильские острова. Все на абсурде. Пункт приема посуды есть, приема нет. 2 года уже хожу к нашему районному пункту, все время записка. Ушла на базу, ушла на базу. Я ей приписал: придешь, убью, заразу. Любим мы лапшу на уши друг другу вешать, хлебом нас не корми. Вон, милиция, милиция, чтобы преступника не ловить, такое заключение пишет. Рассмотрев заявление гражданки Н о покушении на ее изнасилование. Вообще, вы вслушайтесь в эту фразу. Это ведь не придумано юмористом, это я читал в протоколе. Я думаю, что это придумать невозможно. Это юмористическая литературная фраза настоящая, но не придуманная. Значит, о покушении на ее изнасилование. Постановили уголовного дела не возбуждать, поскольку на месте происшествия не обнаружено орудие преступления. В Лимонии все как в Лимонии. Фонари горят днем, батареи топят летом. Дохлый ментай стоит как севрюга, севрюга стоит как подводная лодка. Это что наше с вами счастье, что мы не скисли. Не стали кислыми, как лимоны. Душа у нас певучая. Это и выручает. Находим в себе силы улыбаться друг другу. Пусть сквозь слезы, но все равно смеяться. И смешить друг друга, что я и пытаюсь изо всех сил делать вместе со своими персонажами, как я шучу у себя в деревне Петросянии. Не ищите эту деревню на географической карте. Она в моей медицинской, в области сердца. Добро пожаловать в Петросянию, дорогие земляки!